Всем привет! И после приобретения своей первой электрогитары перед нами встает решение одной задачи. Во что, собственно, ее втыкать? И здесь очень много ходит легенд, мнений, слухов о том, что лучше всего купить звуковую карту какую-нибудь, да, и играть через современные плагины. Звучат они более чем достойно, и этого вполне себе достаточно для того, чтобы учиться. Кто-то говорит, что даже самый дешевый транзисторный комбик будет лучше этого варианта. Кто-то же стоит на том, что надо покупать процессор, потому что это удобно, его можно вставить куда угодно, носить с собой на концерты, и там есть все. А кто-то же всегда стоит на своем. Лампа и только лампа. Только на ней слышно все косяки начинающего гитариста, только на ней самая настоящая динамика, а все остальное — заменители сахара. Сегодня мы решили сделать большое коллективное видео, где я позвал ребят, которые учатся играть на гитаре, и мы заставим их поиграть на всем, а позже поделиться своими впечатлениями. Давай сначала познакомимся. Так, ты Денис. Да, здорово. Сколько играешь на гитаре? О, лет 7 уже, наверное. А честно? 8. Ну, где-то, наверное, это было честно. Честно, где-то 12. Да, ладно, 12. Смотри, твоя любимая фирма какая гитарная? Джексон, определенно. Джексон. А коллектив музыкальный? Ух, Machine Head, наверное. То есть ты будешь сегодня металл? Machine Head, The Lamb of God, там Trivium. Ну, мы сегодня будем тестить маршалы, посмотрим, что у тебя получится. Сам думаешь, что больше всего закатит? Ну, по опыту небольшому, это, скорее всего, либо хороший софт, либо лампа. То есть как-то так. Как тебя зовут? Паша. Сколько играешь на гитаре? Ну, так-то, грубо говоря, наверное, лет 16, но если по-честному, то года 3-4. Мне 22. 22, это получается 6 лет. Ну, да. Да. Какая любимая гитара? Ты уже у нас был, ты говорил. Крамер. Не поменялась? Нет. Не учишься на своих ошибках? Нет. Да. Американец. Что думаешь, сегодня победит? Ну, грубо говоря, по звуку лампа, естественно, по удобству, скорее всего, наверное, предпочтение отдам процессору. Угу. Да. Окей, посмотрим. Моя любимая гитара Fender, любимый коллектив, я люблю Stray Cats, люблю Necromantics, Anti-Flag, такого рода музыку. И зовут тебя? Сергей. Отлично. Yeah.
Так, ну смотри, поиграли, получается, через плагины, через Amplitube, через звуковуху, на твоем под HD500, через ламповый маршал и через транзисторный. На чем больше всего прикольного? Привычнее было на поде играть, так как, ну, я на нем уже два года играю, но по звуку больше всего понравилась лампа. Смотри, а как лампа? Считаешь, где больше получилось лажи? На лампе, конечно. 100%. Ну, потому что мы еще запись не слушали, так что... Увидим. Ну да, мне так кажется. Надо. Как ты, получается, разместил? Сначала лампу понравилось, да? Потом, получается, под. Потом. В компьютер мне вообще не понравился из-за неудобства игры. Как, не знаю, что-то мне... Задержка, наверное. Да, задержка меня все время сбивала. Я не мог на звуке сосредоточиться, больше на задержке сосредотачивался. Ну и транзистор. Окей. Предпоследний, получается. Окей. Ну рассказывай о своих впечатлениях. Что больше всего понравилось? Лампа, однозначно. Что все однозначно лампы-то? Ну, почему не плагины? Динамика мне там больше именно в лампе понравилась. То есть, опять же, если, может быть, если бы не было задержки на компьютере, тогда, может быть, и по-другому было. Ну, как я дома могу, то есть, судить из дома, грубо говоря, то лампа все равно как-то мне больше сошло, чем плагины. Вот. Но, опять же, удобство — это процессор. Ну, как ты считаешь, в итоге учиться на чем вообще? На чем угодно, на самом деле, угодно? Мне кажется, да. А не было такого, вот мне показалось, вот вы сегодня играли, считается, что на лампе сложнее, там надо больше внимательности к глушению, к звукоизвлечению. Ну, да. Да. Но вот я сегодня на вас смотрел, мне показалось, что чем вам клёвее, больше нравился звук, тем у вас лучше получалось, наоборот. И в итоге на лампе вы записались, наоборот, как-то более клёво. Ну, и да, как-то и да, то есть, и вот как-то нужно и концентрироваться, но эта концентрация, она как-то облегчается, когда и звук прикольный. Вот. Да. Давай твои впечатления после всего. Ну, откинув предрассудки, скажем, что да, конечно, игра вживую, игра в записи — две разные вещи, но в целом, именно по звуку, как он звучит, то есть, да, софт был прикольный, именно характер звука мне понравился, но вот именно динамика — это, конечно, определенная лампа. Да, грязь вся сразу всплывает, то есть нужно действительно контролировать игру, но вот она и есть, вот эта фишка лампы. Вот мне, как металлмену такому, с джексарем, блин, наперевес, не зовут лампа, просто вот она зазвучала. Действительно, динамика, глубина звука, определенно, первое место лампа, второе Amplitube, третье транзюк. Ну вот это кайфаново получается. Да, с лампы я прям кайфаново. Смотри, а на чем бы все-таки захотел учиться? Научиться, ну, проще, конечно, это бесспорно в софт. Я думаю, сейчас у всех дома есть компьютер, как бы, но это подключил, настроил драйверы, и в плане звука это человек может понять, что ему конкретно нужно для себя. Он может найти себя в этом софте, уже на основании чего потом построить свой собственный звук. Вот. А нет такого мнения, что многие изначально, когда ничего не видели, не знают, как усилок должен вживую звучать, в принципе, этих педалей тоже вживую не видели, и получается, не понимают, что куда крутить? Ну, я бы думал, все-таки в плане... Когда физический аппарат,
все равно, как что-то покупаешь, я думаю, есть такой человек, блин, вдруг что-нибудь накручу, а в софте что, крути, не крути, балуйся. Я думаю, все-таки новичкам это проще с софтом иметь дело, потому что и звучит он, в принципе, при ровной настройке. Но я сам просто пользуюсь софтом, я сам дома в Cubase там записываю, там всякие VST-шки эти фигню юзаю. В плане, при желании можно накрутить годный звук, который, при вот если человек не разбирается, ему включишь лампы, включишь вот... чисто вот софт. Я думаю, он разницы не услышит. На сегодня все. Ребята поделились своим опытом. Я надеюсь, вы поделитесь своим в комментариях. Напишите, кто с чего начинал и на что он перешел сейчас и почему. Думаю, будет всем полезно почитать ваш опыт. Как обычно, ссылки на все то, что мы сегодня использовали, будут в описании. Там вы сможете ознакомиться и с ценами, и с точными характеристиками. Ну и поставь лайк нам за труды-то, в общем-то. Подпишись на канал и до новых видео. Увидимся. Меня зовут Сергей. Твоя любимая гитара? Fender. А какая у тебя? Strat. А какая есть? Strat. Ну, Squire. Типа, ну что, я Squire скажу? Хочу тебе Fender. Меня зовут Сергей. Какая у тебя гитара? Fender. Да, как тебя зовут? Сергей.